Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Silent Hill 4 The Room. Мы находимся в баре. И вы знаете, я достаточно опосредованно поступил в предыдущей серии. Я пытался ввести старый код в эту дверь. Но в записке же пишут, что код изменился, поэтому я думаю, когда мы попадем в квартиру, нам нужно будет попробовать дозвониться сначала по номеру. Я думаю, это нам что-то даст. Сюда мы положили бильярдный шар, который нашли. И сейчас я пойду обратно к Айлин, потому что, насколько я вспомнил, насколько я помню, за этой дверью у нас выход из этого мира. Нам нужно будет как-то провести ее сюда. Так что это дело еще далекого будущего. Этот самый звонок там в бар и тому подобное. Сейчас нам нужно решать другие проблемы. Мне бы по-хорошему сейчас взять меч повиновения и пригвоздить того призрака. Но я постараюсь как-то заняться этим попозже, потому что он, по сути, пока не такой опасный. Меня, конечно, пугает Синти, которая здесь носится, как угорелая. Ей явно не хватило того, что я с ней проделал на станции метро. Она хочет еще. Так. Ну и кроме всего прочего, здесь вот есть такое. Это, по-моему, ужасно. Ладно, хоть они не гоняются конкретно за мной. Ладно, пока проделаем дорогу обратно. Куда ты смотришь? Что там? Вот медальон. Хорошо. Давайте-ка притопим, потому что мне это место совершенно не нравится. В нем ужасные звуки и в нем ужасные обитатели. Вы, кстати, помните, в предыдущей серии мы стали свидетелями сцены, когда... Ой! Когда взрослый Уолтер Салливан хватает в охапку молодого, то есть мальчика, и утаскивает его куда-нибудь. Рассказывает ему про 21-е пришествие. Меня это немножко напугало. Но в целом игра в последнее время больше не пугает, а скорее затягивает сюжетом. Так, хорошо, давайте осматриваться и как-то маленько разбираться в том, что же нам тут делать. Здесь у нас что? Здесь мы были, на этом этаже у нас, в принципе, ничего. Али, как дела? Так, это мы на самом нижнем уровне. На среднем у нас, получается, гуляет тот самый призрак. Я думаю, нам нужно пропутешествовать наверх. Я просто сейчас быстро осмотрюсь, есть ли тут что вообще. Так, нет. Дверь плотно закрыта. Не поддается и не открывается, как и это, в принципе. Ну ладно, наверх тогда. Не люблю эту локацию, просто ненавижу. Она реально страшная и какая-то слишком... Ой-ой-ой. Слишком уж фантазмагоричная какая-то. Лифта нет. Так, Айлин, ты со мной? Айлин не со мной. Идем за ней. Замок сломан. Так, аптечка. Блин. Минус одна, да блин. Ну как ты меня вытолкал так? Двоих сразу, отлично. Айлин, ты меня пугаешь. Так, хорошо, и что же мы тут делаем? Здесь у нас было полно макак. А теперь здесь что-то похуже, по-моему. Айлин. Это девчонка? Ох уж эта девчонка. Снизу что-то есть.
Понять не имею, куда иду, но я думаю, здесь мы найдем, куда применить вот этот волейбольный шар. Баскетбольный. Волейбольный, по-моему. Волейбольный. Кстати, спортинвентарь. Может быть, где-то здесь. Я не совсем понимаю логику в последних вообще местах. Допустим, зачем я на стол клал бильярдные шары? Зачем я вот это кладу сюда? Это просто настолько нелогично, что я не знаю. По-моему, это только тут. Так, это сломано. Хорошо, это что? Ой-ой-ой-ой-ой! Свеча для торта? Здесь странно. Более странно, что за нами кое-кто идет. Ой-ой-ой, быстрее хватаем. Так. Я по-быстрому, Элин, мне просто нужно взять меч повиновения. Иначе тут никак. Давай по берегу. Эта гадость по-прежнему здесь. Что происходит? Это я просто к тебе подошел, такое произошло, да? Ощущение, что нет, потому что в последний раз, когда я тут был, я 100 раз так проходил. И ничего, по сути, не было. Так, давайте почистим. А, нет, мы не почистим, мы это используем сейчас. Хорошо. Убираем клюшку для гольфа. Патроны оставляем. Кукол нафиг тоже убираем, как видите, все равно не помогает. Хорошо. Так, меч. У меня один меч, по сути. Здесь ничего нового. Давайте сохранимся, потому что сейчас я погибну. Он очень сложным выглядит, по крайней мере, так, внешне. Но я думаю, с помощью топора, наверное, мы его заломаем к такой-то матери. Так, хорошо, погнали. Надеюсь, он Айлин там еще не свинтил. Ну, покажись. Он ушел, что ли? Так, ну ладно, допустим. Вот это нам взять не нужно. Короче, в следующий раз, когда мы его встречаем, а встречаем мы его, я чувствую, прямо сейчас, потому что я выйду, зайду в эту комнату. Вот тут, допустим, что это? Что это такое? Что за черт? Что-то жутко воняет. А там, смотри, как проход какой-то появился, что ли? Так, и Алин, иди-ка сюда. Давай-ка мы с тобой полечимся чуть-чуть. А то тебе совсем плохо, я посмотрю. Ну, потихоньку, я смотрю, расходится. Просто когда она... Okay? Меня больше волнует, чтобы ты была в порядке, Алин. Просто, насколько я понял, если она начинает звать мамочку, говорить всякие глупости, это значит дело швах. И нужно как-то по-быстрому с ней решать вопрос. Я, правда, не знаю, у меня ни разу она не погибала. Так, ну чё, легче? Хорошо, сюда мы, значит, можем пройти. Давайте-ка мы тогда пойдем обратно. Я все еще хочу пригвоздить этого призрака. Только он этого не хочет, да? Так, а куда же мне идти? Здесь внизу, по-моему, кстати говоря, тупик, поэтому лучше мы сходим сначала сюда.
Я абсолютно не помню, скажу честно. Мне очень неохота сюда идти, но выбора у нас нет. Япона, мать, это что такое вообще? Худшее место в игре. Так, сейчас отдышимся маленько. Псарня. А, здесь зоомагазин. Где ты? Где ты? Ой, это ты? Так, ладно, уходим. Уходим, Айлин. Не будем тратить на нее. Ой, она идет за мной. Давай, ну хватай. Так, свободно. Есть ощущение, что мы сюда зря пошли. Что-то как-то слишком рано для меня. Разные вещи для кошек и собак. Не попал. Вот сейчас, по сути, ее можно пригвоздить, но я не буду этого делать. Поэтому давай по-быстрому. Куда я иду, блин? Ну все окей у нас. Нормально, ребят. Что происходит? Это слишком. Это слишком. У меня еще и все управление задом наперед, да? Алин. Одна Алина их убивает. Офигеть. Обалдеть. Ну, давай. Так, хорошо, что это нам дает. Да, ну как так? Я же к тебе бил. Да, нормально. И сюда. О, на мать, ты посмотри, какая она. Не хуже настоящих комаров. Да, ты... Увлекательнейший бой. Да. Пишите письма. Камера, хоть ты мне помоги. Джозеф. Один. Я же тебя только что лечил. Что не так? У меня от такого реально мозги на выворот уже. Ну это все. Это край. Перевернутые часы, стрелки не двигаются. Дверной замок заржавел, и я не могу его открыть. Сюда мы, видимо, придем попозже, когда у нас будет... Я не думаю, что нам, допустим, сюда нужно применить вот это. И скоро у нас будет переполнен инвентарь, поэтому нам нужно по-быстрому находить нашего призрака и глушить его, потратить патроны как раз. Ладно, будем знать. По крайней мере, в одном месте мы до упора дошли. Да блин, почему ты... Вот это управление наоборот, это, конечно, особый прикол. Учитывая, что там несколько врагов было. А на что ты смотришь? Considering the circumstances, I guess we're doing pretty good, huh? Как сообщает полиция Эшфилда, приблизительно в 20:30 свидетели возле зоомагазина Гарландов слышали звук многократных выстрелов. Гарланды? Помните, Лиза Гарланд?
Возможно, из автоматического оружия. К тому времени, как прибыла полиция, преступник успел скрыться, а владелец магазина Стив Гарланд был найден мертвым с пулевым ранением в голову. Все животные из зоомагазина были зверски убиты, а в самом магазине был жуткий беспорядок. В дополнение источники сообщают, что сердце Гарланда было вырезано, а на спине ему вырезали цифру 5. Ну, иди сюда. А, блин, я подумал, это он лезет. Очень круто, спасибо тебе, автонаведение. Я не хочу туда заходить, там... Офигеть. Я сейчас зайду, и там Уолтер Салливан будет своим оружием. Нет? Ну, пойдем, чё. Полезно. Мне кажется, или все стало немножко по-другому, и при этом сильно хуже. Я там ничего не пропустил? Это ты, Гарланд? Я думаю, это ты. Достаточно простой такой паре. Нет, здесь ничего нет. Капец. Да. То есть, по сути, вот это все происходит из-за одного человека, у которого не очень хорошо с крышей, она у него серьезно так течет. Это просто проза жизни. Очень многое и очень часто происходит из-за того, что у одного человека что-то не так в личной жизни. В этом плане игра достаточно сложная. Есть над чем подумать. Однозначно она более взрослая, на мой взгляд, опять же, фанаты спокойно. Лично, на мой взгляд, гораздо более сложная в плане сюжета, чем, скажем, Silent Hill 3, который со своими псевдорелигиозными суждениями, честно, просто не особо, на мой взгляд. Так, ладно, давайте сходим все-таки сюда. Хорошо, и что у нас здесь? По крайней мере, мы не ходим по потолку. Камера, конечно, нам не помогает, но идем в неизвестность. Так, понял. Что еще есть? Ничего. Это собаки? Ой-ой-ой. Блин, камера. Я не знаю, что там. Я пойду просто проверю. Я не могу туда посмотреть. Он пришел, да? А нет, это Гарланд. Ну, Гарланд не такой страшный. Ладно, просто валим. Его можно поломать, но время на него тратить тоже не сильно охота. Don't leave me alone. Ну ты и ходи за мной тогда. Вот это реально не к добру. Сейчас его можно прибивать. Ой-ой-ой-ой. Давай поспешим, пожалуйста. Знаете, а судя по звуку, медальон-то неплохо работает. Но он уже сломался практически. Жаль, что он дает нам это преимущество только на время. А вот и ты, да? Деревенский дурачок из мира леса. Алина, отойди, пожалуйста. Довольно странное место для чучела животного. Взять... Чучело кота с обвисшими ушами. Мару? Обожаю котов Мару. Henry Townsend. Да, я такой.
Праздничный торт и шампанское. Я вставил свечи для торта в праздничный торт. Что это мне дает? Странно. Я не вижу логики в этом месте. Вообще, ни капли. Я не понимаю, что я тут делаю. Зачем я собираю вот эти чучела, эти бильярдные шары? И зачем я их складываю куда-то? Henry Townsend. Алин, ты меня пугаешь. Поддается. Не открывается. А дубинка, надо сказать, неплоха. Алин, отойди! А что, если это чучело отнести в зоомагазин? Нет, я все понимаю, это странно, но учитывая местную логику, бильярдные шары на бильярдный стол, чучело животного в зоомагазин, почему бы нет? Я думаю, так мы сейчас и поступим. Ох уж эти звуки. Да блин, я не успел вернуться. Ах. Алин, помогай. Так, спокойно. Вообще здесь довольно просто жить. В те моменты, конечно, когда призрак не появляется. Самый злой здесь и вредный. Джозеф. Свечки у меня нет, Айден, к сожалению. Уж прости. Мы сейчас просто тут дойдем до конца, а потом пойдем обратно в зоомагазин. Хотя, честно, не думаю, что мы тут что-то хорошее найдем. Но если мы даже найдем тут просто еще одну свечку, это уже будет не зря путешествие. Так, что там? Ничего? Как вообще машина могла сюда попасть? Так, тут мы пробовали. Еще собаки. И здесь дырень, да? А, отсюда мы начали. Это, собственно, так мы попали в этот мир. Нет? По-моему, да. Спокойно. Вот здесь я бы подрался с призраком. Очень удобное место. Но здесь он, конечно же, не вылезет. Все, прощай. Так, ну да. Алин, пойдем. Хорошо, у нас полный инвентарь. Подожди меня, пожалуйста, секундочку, я схожу домой. Сейчас я сгружу все, и мы пойдем обратно в зоомагазин. Так. Я уже с боязнью просто прихожу в это место. Реально, перестал его любить. Амулету, к сожалению, хана. В остальном-то все в порядке, я смотрю. Так, а того мы сгружаем. Лечилку оставляем, эти патроны. Блин, зачем сгрузился меч? Я не хотел. Одну свечку. Я не думаю, что я буду пользоваться пистолетом против этого призрака. Все-таки, я думаю, учитывая, что он постоянно телепортируется к тебе, проще его будет бить топором. Так, ну и как-то вот так, неплохой набор, я считаю. Еще бы, конечно, амулет взять, но они сейчас на вес золота, поэтому я не буду.
Самое главное — ясность. Это самое лучшее. Сейчас я прекрасно понимаю, что мне нужно делать. Все по-прежнему. Я думаю, после того, как мы пройдем этот мир, я все-таки использую один амулет или свечу и избавлюсь от этих наростов, но пока они постоянно лезут по новой. Это не круто. Так, ну что, хорошо, погнали. Используем сейчас свечку, чтобы Алин полегчало. Ладно, хоть возможность сохранения нам оставили. Хотя, когда лечилась, мне больше нравилось. Алин, все будет хорошо. Поверь мне. Daddy? Where's Daddy? Что-то как-то свечка не особо помогает. Ну, вроде работает, да? Но она что-то не убавляется особо. Такое ощущение, что она либо неправильно работает, либо не работает вообще. Потому что когда я просто с Алиной ее рядом ставил, она... Алин, подойди сюда. Но Алин сама по себе почистилась. Как вы видите, у нее тело стало гораздо более чистым именно от всех этих почернений и тому подобного. Свечка не проходит. Странно. Да, сработало. Ну-ка, покажись. Ну да, нормально. Хорошо, пойдем в зоомагазин. Я надеюсь, хотя бы в зоомагазине. Ну, Алин, блин, ну мы умрем, и тогда у тебя ни ног, ни рук не будет, ни головы. Ты будешь летать тут как призрак, ползать через стены. Поэтому я думаю, тебе лучше поспешить. А Генри вообще какой-то вот, я не знаю, вы заметили, какие были душевные терзания и переживания, скажем, у Джеймса или у... Это что еще такое? Мне не нравится это место. У Хизер какие были переживания от всего происходящего. Они просто были в панике. Хотя Хизер во второй половине тоже уже смирилась и такая: окей, нормально, говорит. Лады, уходим. Оно уже здесь. И оно идет к нам. Алин. Я не люблю место. Не люблю это место. Спокойно, воу-воу, полегче. Гарланд. Прекрати. Что-то он дохнуть не хочет. А, на нас же амулета нет. Точно. Все, валим тогда. Алин. Алин. Меня пугает эта стена гораздо больше, чем призраки. Что-то с ней сильно не так. Ничего не пропустил? Жизнь. Фу, так, лады. Нас ждет пробежка. Там Синти нас будет ждать. Да хватит уже, блин, в наушниках в это играть реально невозможно, слишком страшно. Еще ты, Алин, ну господи, да что ж такое-то, ну давай, пойдем уже, ну, ну милая. Лапочка, пойдем. Я же на тебя свечку потратил только что. Вот тебя кроют.
вы знаете, вот с одной стороны, жутко, когда она говорит, я хочу к маме, мне плохо. Но это хотя бы объяснимо. Так, ладно. Сюда можно? Окей. Откуда это тиканье часов? Уходим. Тиканье часов, я так понимаю, отсюда? Логики вообще ноль. Это мне не нравится. Чем мне нравился Silent Hill 4 The Room, то что в нем всегда присутствовала какая-никакая, но логика. Было понятно, что ты делаешь. А сейчас это напоминает мне квесты 90-х. Какая реально ты просто такой... What? Что? При всем уважении. Так, это там не амулет лежит? Нет. Подожди. Нет, все нормально. Я не хочу знать, что это за звуки. Игра, прекрати. Офигеть. Ой, тебя только не хватало. Хотя ты не такой страшный, по сути, если задуматься. Тоже можно убежать. Уйди, пожалуйста. Все двери не поддаются. Алин, пожалуйста. Ты хоть уйди. Алин, пожалуйста. Сейчас ее убьют, там просто зажмет. Слушайте, а куда идти? Так, мне сюда вообще, да? Но... Сначала я дождусь Алин, пожалуй. Алин, будь добра. Алин, Алин, пойдем. Алин. Офигеть, они с клюшками для гольфа? Да вы издеваетесь. Он как-то изменился внешне, или мне кажется? Больше на человека похож, нет? Вот и все. А ты все с собакой возишься? Нормально, размотали. Так, отлично. На что мы смотрим? Мы смотрим на еще одну клюшку для гольфа. Зачем мне их столько? Ну, дают, бери, как говорится. Самое главное, что я доволен тем, что мы идем куда-то в верном направлении. Песочный клин. Три клюшки для гольфа. Может, начинать ими пользоваться? Они говорят, помощнее даже, чем топор. Но при этом очень недолговечны. Песочный клин, вообще, судя по названию... Ты меня пугаешь, Айлин, прекрати, пожалуйста. Охо-хо! Вот и ты, да? Зря я взял клюшку. Ой, зря. Топором привычный.
Стреляй, беспокойся. Он еще живой, не думайте, его очень долго придется бить. Главное, что место удобное. Удобное же, блин, Генри. Давай. Вошло? Нет. Алин не вовремя. Хотя, может, лучше пускай будет так. Вот сейчас бы мне амулет не помешал. Так, хорошо. Давай, да блин, а. Камера. Долго бить, долго его придется. Вполне возможно, до этого времени мы сами уже уедем. Нет. Блин, почему у меня так мало аптечек? Да, применяйте, ну. Вот и все. Наконец-то. Ну что, добегался, касатик? Единственное, меня беспокоит то, что у меня теперь жизней довольно мало. И если я сейчас помру, это будет реально печально. Тут какие-то чекпоинты вроде есть, но они очень далеко все равно будут. Поэтому давайте постараться не умирать. Так, ладно. Знаете, мне кажется, мы как раз подходим к тому месту, откуда мы сможем попасть в бар, скажем. Самая главная проблема этого уровня решена. Осталось не умереть. Ну да. Как я и говорил, все очень хорошо. Осталось утопить сейчас. Так, давай-ка мы избавимся от тебя. А сейчас к нам полезет Синтия. Или кто похуже. Топим. Топим, Алин, пожалуйста, пожалуйста, меня убьют сейчас. Я просто дал ей возможность. Так, все, ждем ее. Я почти дошел уже. Чуть-чуть осталось. Не хотелось бы сейчас помирать. Сломанный торговый автомат. Ох уж эти звуки. Вот, кстати, место, где можно запросто умереть. Алин, Алин, пожалуйста, Алин. Алин, Алин. Я не могу просто, оно меня ударит иначе. Вот, вот про что я говорю. Алин. 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 Вы что, издеваетесь, что ли? Алин, пойдем, пожалуйста. Все очень плохо. Ай-яй-яй. Давай, давай. Из последних сил. Давай. Так. К нам летят мухи. Мух надо поломать будет. Дай. Да. Так мы долго бодаться будем. Я думаю, все у нас получится. Да. Ты тут? Это довольно плохо. Для тебя в первую очередь. Уйди, пожалуйста, ты меня уже бесишь. Ты
посмотри на него. Ты просто неубиваемый какой-то. Так, с рогами вроде все, и мы даже не верится добрались до того места, где мы сможем добраться до сохранения. Пойдем, пожалуйста, хоть как-нибудь. Ешь? Что-то, судя по звукам, там снизу все равно будет не особо приятно. Но нет, нет, мы пришли, все нормально. Фу, вот это было путешествие. Реально, эпик. А ты-то тут откуда, ну? Не. Хорошо. Вот ты смотри. Так, это все ладно, но давайте-ка вы мне объясните, что ли, хоть вы в комментариях. В чем суть вот этого? Зачем мы оставляли бильярдные шары сюда? Зачем мы вставляли в тортик? Не знаю, в этом, наверное, есть какая-то подоплека. Зачем мы чучело таскали с собой? Так, а нам нужно будет позвонить по телефону и узнать код этого места. Но сначала мы убираемся. Даже не верится. Фух. Не, ну согласитесь, это было эпично. Я совершенно не знал, честно говоря, куда мы идем, но вышли как надо. Притом, по-моему, не пропустили ничего. Так, с вами как-то попроще стало, что ли? Что-то у вас поменьше. Да, и тут тоже. Окей. Хорошо, эти клюшки нафиг. Лечилок у нас, по-моему, кстати, нет. Можно взять одну для Элин. А для нас ничего нет. А, вот есть такая вот штука. Ну, уже что-то, как говорится. Пистолет я брать не буду, я без него гораздо лучше справляюсь. Окей, круто. Так, сохраняемся и, в принципе, на сегодня заканчиваем. В следующей серии завтра уже будем выбираться из этого мира. Мне он, честно говоря, не очень понравился. Блин, это какой-то пипец просто. Реально лабиринт, но при этом в итоге в конце мне именно понравилось вот это прорвание. Не знаю, реально как-то так. Оборона там, война, все дела, прорыв был. Это было очень эпично. Мне очень понравилось. В следующей серии мы, я так чувствую, попадем в мир апартаментов. И, судя по всему, там все закончится, но я не знаю, у нас, кстати говоря, ни одного меча не осталось. Это достаточно любопытно. Как мы там будем дальше, не знаю. Разберемся. Надеюсь, вам понравилась эта серия, потому что я старался, честное слово. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.